И начинаем медленно. Slowly, carefully. Растягивание. Stretching. Задней поверхности бедра. Hamstrings area. Другую ногу, чтобы она не отрывалась от опоры, можно чуть-чуть придержать коленом. I slightly step on the another leg. Начинается медленные. Start very slowly. Чуть-чуть круговые. A bit rotating. И постепенно переходим на полный круг. Step by step, start rotating at full circle. Здесь как раз мы разминаем тазобедренный сустав. So now it's going to influence hip area more than hamstring. Делаем несколько кругов в одну сторону и несколько кругов в другую сторону. Couple of circles on another direction and couple of circles another direction. Все движения делаются медленно и плавно. Every movement is done very slowly and carefully. Далее мы немножечко растягиваем спину, тоже при помощи меня. Наталья пока ничего не делает. Later, I stretch Natalia's back. Natalia is relaxed. Я начинаю медленно, удерживая, отпиливая плечо. I keep my other hand on Natalia's shoulder and start pushing slightly. Аккуратно заводить ногу. И именно в этом упражнении растягивается поясничный-крестцовый отдел. So the purpose of that movement is to stretch a lower back. Три положения. Three one. Positions. Position one. Two. Three. То есть получается три угла. With three angles. Next. Следующее упражнение я растягиваю полностью и заднюю поверхность бедра. Next moment it for all back chain of a leg. Для этого нога кладется мне на плечо, потому что так удобнее это делать. Put my Natalia's heel on my shoulder. Наталья медленно надавливает мне пяткой на плечо. Наталья start slightly push her heel against my shoulder. И я начинаю медленно заводить ногу как можно дальше. So the hamstring is pre-tensed and I start to push. И таким образом довожу ее до максимального растягивания. Step by step to a maximum stretching. То же самое выполняется, соответственно, с другой ногой. The same with another leg. Сделать. Следующее упражнение Наталья начинает выполнять сама. Это уже упражнение, которое включает йогу и пилатес. Next movement is made by Natalia herself. It's about йога и пилатес. Сгибаются колени. Flexed. Положение туловища ровное. Back straight. Наталья начинает медленно поворачивать колени вправо-влево. Растягивается пояснично-крестцовый отдел. Easy movement from right to left and so on for lower back. Минимум выполняется 10 поворотов вправо и 10 поворотов влево. 10 rotations to left and 10 to right is minimum. Done? Максимум можно довести до 30. Maximum 30. Следующее упражнение. Next one. Ноги выпрямляются и поочередно закидывается каждая нога вправо-влево. Leg straight. Then from right to left. Точно так же от 10 до 30 повторений. From 10 to 30 repetitions. Далее одна нога, носок на себя.
Руки в стороны. One leg upon another. Голову налево. To the side. Поворот ноги вправо. Back position, head position, right, left, rotation. Достаточно. Далее также растягиваем пояснично-крестцовый отдел, потому что пояснично-крестцовый отдел несет самую большую нагрузку при сходе с барьера. Then again, lower back, because this particular part of the body is most loaded when coming down from the hurdle. Сгибаем ноги в коленях и медленно закручиваем колени к подбородку. Slow motion. Knee up to the chin. Все это делается очень медленно и плавно, без всяких резких движений. Those are that slow, without any fast movements. Далее, когда она выполнила минимум 10 повторений, опять же подключаюсь я. Again, 10 reps at minimum, and then I'm coming to... Наташа сгибает колени. Наталья flexes her knees. Я удерживаю ее. I hold. Сопротивление не сильное, а надаль не на ладони. And she pushes against my hands. Также минимум 10 повторений. 10 is minimum again. Да, я хочу еще обратить ваше внимание на то, что при всех этих упражнениях поясница обязательно должна быть как бы прилеплена к мату, она не должна отрываться. I would like you to pay your attention on lower back. Lower back should be in touch with the ground all the time. Следующее упражнение. Одна нога сгибается. Next one. Другая поднимается угол. Максимальный угол где-то, но 90 градусов. It's like 45 degrees with another leg. И начинаются круговые вращения ногой. And это rotation. Это статичное динамичное упражнение. Different rotations. 10 кругов в одну сторону, 10 кругов в другую сторону. Ten здесь circles. Мы закачиваем именно тазобедренную. 10 circles to another direction and 10 circles to another direction. So it's targeting of hips again. То же самое упражнение, только более усложненное. Одна нога, угол 90 градусов, носок на себя. Same movement, a bit forced. Другая нога поднимается наверх. More те же самые круги ногой. Mm-hmm. The same circles. Следующее упражнение. Небольшая прокачка задней поверхности бедра. The next one for hamstrings again. Ноги сгибаются в коленях. Knee flexed. Одна нога поднимается вверх, и Наталья выходит на так называемый мостик. Another leg is up. It is like bridge. Соответственно, также минимум 10 повторений. 10 reps is minimum. Затем мы переворачиваемся на живот. Turn to the stomach. Upon the stomach. Сгибаем ноги. Flex. Делаем knee. Также повороты вправо. Mm-hmm. И влево. Rotation again, left to the right. То же самое делается с прямой ногой. The same with straight leg. Если
Далее я ей немного помогаю для того, чтобы размять грушевидную мышцу. Then I coming to help her to get those hip muscles more stretched. Наталья также делает повороты, только я чуть-чуть придерживаю. Same rotation, but I keep slightly pushing against her movement. С моей стороны очень слабое сопротивление, чтобы Наталья могла свободно выполнять это упражнение. I push very slightly. Далее идет опять же растяжка грушевидной мышцы. Then again. Медленно. Butt muscles. Медленно. Наталья чуть-чуть сопротивляется. Медленно разводим. Наталья pushes slightly. I push and Natalia resist a bit. Далее также, чтобы растянуть пояснично-крестцовый отдел. Then again on low back. Ноги закидываются за голову. И возвращается обратно Наталья как бы нырком в воду, закручиваясь к ногам. Leg over the head, and then leg over the head, and swim. Здесь важно, чтобы как бы вот получалось как бы медленное скручивание и такое же медленное раскручивание. The goal is very slow coming to be a circle, and then very slow again to the upright position or straight position. Это упражнение также для растягивания задней поверхности, поясничная, и, в общем-то, вся спина здесь растягивается. Then again, we feel that it's more for stretching. Здесь должна быть одна линия. There should be a straight line here. Носок на себя. Получается, что Наталья рукой тянет себя вперед. Наталья is trying to reach with her hand. Ногой тянет себя назад. And also with her foot, opposite foot. Позиция меняется. And then switch. We try to get stretching thought here, idea of stretching. Mm-hmm. Not working for the strength. Хочу обратить ваше внимание, что в этом упражнении обязательно должна быть одна линия рука-нога. I would like to pay your attention that should be a straight line. Живот максимально втянут в себя, и как бы животом удерживается спина. That abs inside, with abs inside. Следующее упражнение также для разминки тазобедренного сустава. Next one again for hips. Все делается медленно и плавно. I try to stress that should be for Natalia at least that movement should be very very slow in all phases. Далее, чтобы уже непосредственно перейти к барьерным упражнениям, мы делаем еще два упражнения. Further, одно с отягощением, другое без. On our way to hurdling, we do two more movements. Those could be forced with some extra weight. Делается мах назад и тут же поворот, как на барьерном упражнении. One without hurdle and one with a hurdle.
Следующее упражнение. Push back and over the bar. Я придерживаю ягодичную мышцу Натальи. Наталья okay. делает отведение ноги в сторону. Then I push slightly on. Then. Минимум также 10 повторений. 10 is again minimum. Я хочу добавить, если вы делаете вот упражнения пилатеса и йоги, после всех упражнений, которые делаете на спину, желательно после нескольких упражнений принять расслабляющую позу. When we work with pilates and yoga exercises like those, after a couple of movements, with the aim for the back, while for a while you should take that relaxation position and or maybe shaking and relaxation. Then a couple of moments again, then again relaxation. Если делать эту тренировку в подготовительном периоде, такая тренировка занимает где-то 2 часа. When we do movements like this, this kind of routine in general preparation period, session lasts about 2 hours, 2.5 hours. За счет этих упражнений медленно и постепенно прокачиваются глубокие мышцы. So we try to get on smaller muscles with those movements. Далее, когда Наталья уже размята и непосредственно готова к барьерному упражнению, мы переходим непосредственно к ним. Then, when Natalia is ready for hurdle drills, we are coming to them. Хочу обратить